при поддержке Alcatel OneTouch. Совсем скоро Хэллоуин – исконно славянский праздник, который в последнее время все мы почему-то начали праздновать как бешеные. Хотя ради справедливости стоит сказать, что он все-таки конкретно начал влиять на нашу жизнь. В частности, на жизнь геймеров. Ведь чуть ли не все игрухи Google Play в аккурат под этот праздник обновляются и добавляют на свои локации разные там тыквы да скелеты. Мы же сегодня поговорим о лучших играх и приложениях на тематику Хэллоуин. Играем на смартфоне Alcatel OneTouch Idol X+. О, и победители конкурса. Итак, Володя Яцишин, Вадим Горченко и Влад Макогон. Напишите нам на игропарк.tv@gmail.com адреса вашего проживания, и мы вышлем вам ваши крутецкие призы. Поехали! Halloween Go Launcher 7. Начнем мы с того, что хорошенько прокачаем наш смартфон, так сказать, подготовим его к празднику. А для этого нам нужно поставить крутой тематический лаунчер, который заменит ваши старые приевшиеся обои и иконки программ на настоящую крутотень. Ну вот, готово, каждая иконка у нас теперь очутилась в вырезанной тыкве, а наиболее часто используемые программы, вроде карт, календаря или плеймаркета, обзавелись своим собственным. Так что начинайте проникаться атмосферой. Ну а когда праздник закончится, всю эту байду вы легко сможете к чертовой матери снести. Skyline Skaters. А вот эта игруха как раз из тех, которые ближе к празднику конкретненько обновляются. Итак, перед нами очередной раннер, но довольно прикольный. Его основные фишки — играем мы, держа гаджет в горизонтальном, а не как обычно в вертикальном положении. Ну и радует тот факт, что главный герой — крутой скейтер, который умеет выделывать на своей доске порой невероятные вещи. Куча реально смешных героев. Да вы только посмотрите на этого чудика. Куча досок. И возможность заочно посоревноваться с друзьями тут также имеются. И все это в крайне мрачных готических декорациях. Повсюду тыквы, надгробья, черные вороны и зловещий туман. Не игра, а просто клип группы Хим. Да что говорить, если сам главный герой при неудачном прыжке летит прямиком в гроб. Это уже как-то слишком жестко. The Walking Dead и Image 1. Зомби, мертвецы, зловещие тыквы — все это из одной оперы. Посему к данному топу мы решили примазать еще одного гостя. Гостя из абсолютно нового для Google Play раздела — книги, в котором также можно найти и комиксы. Перед тобой самый первый выпуск комикса от самого Роберта Киркмана. Без него не было бы ничего. Ни двух сезонов лучшей адвенчуры в мире, ни твоего любимого сериала. К нашему удивлению, комикс оказался черно-белым, но вскоре мы поняли, что так даже атмосфернее. Аккуратно листая одну страницу за другой, ты понимаешь, откуда черпали свое вдохновение многочисленные сценаристы фильмов и игр про зомби. То, что сделал Киркман, это и есть эталон, лекало. Все остальные лишь на него равняются. Gun Zombie Halloween. Ой, ну ладно, что это мы все о высоком да о высоком? А как насчет настоящего мяса, в котором на тебя будут переть орды нечисти? Зомбаки в тыквах, вороны, дикие собаки и черт знает что еще. Короче, стреляй без устали, не ошибешься. Все это еще и звуки издает, так что если ты вдруг любишь отмечать праздники один дома, в полной темноте, то рискуешь реально немножко конфузиться. Впрочем, об этом все равно никто не узнает, так что можешь смело качать эту игру. Dextris Halloween. А вот с этой игрухой настоятельно советуем ознакомиться до отмечания или, скажем так, до употребления спиртных напитков. Она требует такой жесткой концентрации. Вот сколько мы делаем наши топы, такого же скача еще не было. Итак, у вас в распоряжении два леденца. Их нужно аккуратно ввести вверх по, опять же, такой всей готичной локации с замками и черными котами на фоне и избегать препятствий. Левая сторона экрана отвечает за левый леденец, правая, как ни странно, за правый. Если отпустить одну из сторон, леденец возвращается в центр. Вроде ничего сложного, но проблема в том, что наши сосательные герои мчатся по локации просто на бешеной скорости. А еще в рекордсменах тут почему-то прочно засели одни индусы. Может, у них там такие игры вместо уроков физкультуры играют? Как бы там ни было, а на этой игре мы чуть было не сломали наш Alcatel OneTouch Idol X+. Но он по итогу выдержал. Отличный смартфон. Надеемся, вы также проведете этот праздник без происшествий. Удачи!